Сравнительный анализ, проведенный в прошлом году, показывал рост социальной напряженности. Причина критических настроений крылась в обсуждении федеральными СМИ мирового экономического кризиса. Данные опроса, полученные в марте этого года, показывают рост позитивных настроений. Прослеживается положительная динамика оценок социально-экономического положения в стране, области и самих изучаемых городах. Рейтинг руководителей трех ветвей власти, судя по результатам опроса, достаточно высок. Желание видеть на следующем посту правления президента Российской Федерации Дмитрия Медведева выразили 83% респондентов. Губернатора Олега Бетина – 54%. Главу города Александра Кузнецова – 66%. Рейтинг мэра по сравнению с прошлым годом вырос на 7%, а если сравнивать с 2007 годом – на 15%. Это единственный показатель растущего рейтинга среди городов области. В трех городах рейтинг глав упал, в двух остался на прежнем уровне. Стоит отметить, что также в Уварово зафиксирован единственный среди муниципалитетов Тамбовщины рост процента доверия главе города. На вопрос, насколько вы доверяете Александру Кузнецову, дали положительный ответ 57% уваровцев. Это выше показателя 2007 года – на 15%. Анализ полученных данных на тему социально-экономической ситуации в городе показывает, что 44% уваровцев, как и в прошлом году, считают выбранный курс развития города правильным. Почти в таких же цифрах оценено развитие региона и страны. Среди наиболее важных проблем на первое место население всех городов Тамбовщины, как и в прошлом году, ставит низкий уровень доходов. В Уварове эту проблему обозначили 72% опрошенных. В Тамбове об этом сказали на 1% больше жителей. Проблема с трудоустройством по-прежнему вторая по актуальности в регионе. В Уварове ее отметили 56% респондентов. Третье место, а именно 43%, по мнению населения, занимает рост алкоголизма. А вот проблемы ЖКХ жителей городов области стали беспокоить меньше. С третьего места в прошлом году они сместились на шестое. В Уварово недовольны качеством услуг и высокими тарифами 31% опрошенных. В 2009 году их было 34%. На вопрос о том, какие изменения происходят в городе, были получены разные ответы. Но большинство, а именно 50%, отметили перемены к лучшему в транспортном обеспечении. Опрашиваемые говорили об увеличении количества автобусов на маршрутах и регулярности их движения. Четверть уваровцев отмечают улучшение состояния дорог в городе. 12% респондентов назвали перемены к лучшему, произошедшие в сфере ЖКХ. Этот показатель выше, чем в других муниципалитетах Тамбовщины. Про здравоохранение. Из числа тех, кто обращался за медицинской помощью в больницу и поликлинику, 57% остались довольны профессионализмом врачей, возможностью получить качественную медицинскую помощь. Процентов дали нейтральную оценку. А 16% не удовлетворены работой медучреждений. Судя по ответам, их не устраивает режим работы, очереди в поликлинике, а также проблемы с медикаментами. Оценку работы учреждений сферы образования давали люди, имеющие детей дошкольного и школьного возраста. Так устраивает качество дошкольного образования 88% родителей, чьи дети посещают детские сады. Значительно вырос по сравнению с прошлым годом процент удовлетворенных школьным образованием. Родители отмечают хорошие знания, которые дают педагоги. Бьет все рекорды дополнительное образование. 100% опрошенных считают качество обучения здесь очень высоким. О средствах массовой информации. Новости города и региона. 81% уваровцев предпочитают получать из сюжетов местного и областного телевидения. Из газет 59%. Среди самых популярных газет, по мнению респондентов, «Уваровская жизнь». Ее читают 46% от числа опрошенных.
Отмечен рост числа пользователей сети интернет, причем во всех социальных и возрастных группах. Пользуются интернетом четверть опрошенных уваровцев. По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 5%. Опрос общественного мнения коснулся всех сфер жизнедеятельности города. На основании данного мониторинга работникам каждой сферы придется задуматься, либо продолжить выбранный путь в работе, либо предпринять меры, чтобы оценка со стороны жителей была лучше. Вадим Полосмин, Варвара Павлова, Александр Трегубов. Наш город.